Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площадью 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей по ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 99 77 22. В эфире информационная программа «День города». В студии Алена Куколева. Здравствуйте. О событиях этого дня в этом выпуске. На улице Петрова начались археологические раскопки. Рязанские мотоциклисты считают часы до главного события года – открытия нового мотосезона. В Рязани ветераны Великой Отечественной войны сегодня возложили цветы к вечному огню в Скорбячинском мемориальном комплексе. Здесь покоятся останки более 2000 солдат и погибших в эвакуации блокадного Ленинграда. В 40-ю годовщину Победы в парке появился мемориал, в честь которого он и получил свое новое название. С тех пор здесь ежегодно в преддверии Дня Победы проходят торжественные мероприятия. В 71-й раз в этом году мы вспоминаем подвиг советского народа. Народа, победившего фашизм ценой миллионов жизней. Имена 300 тысяч рязанцев, дошедших с оружием в руках до победного 45-го и оставшихся на поле боя, каждый год в преддверии праздника звучат на Скорбящинском кладбище в мемориальном парке. Сюда, к вечному огню, из года в год приносят цветы, чтобы почтить память тех, кто по крупицам собирал великую победу. Память, которую несли все эти 70 лет о Великой Отечественной войне, о победителях, будет передаваться вот через эти мероприятия подрастающим поколениям. И в этом все огромное значение. Подрастающие поколения понесут это победу, знамя победы понесут дальше. За что огромное спасибо всем, кто принял участие в создании такой традиции, как Бессмертный полк, парад победителей и создание организации «Дети войны», а также труженики тыла, поддержка участников Великой Отечественной войны. Желаем всем доброго здоровья. Возложение гирлянды к вечному огню – традиция, которую в нашем городе соблюдают свято. В этом году торжественная церемония в мемориальном парке выпала на Светлую Седмицу, неделю после праздника Пасхи. Богослужение прошло прямо у вечного огня. И после представители правительства, областной думы и городской администрации возложили цветы к вечному огню. Вчера в сквере Скорбячинского мемориала высадили 15 яблонь. Участие в этом благородном деле принимали школьники, студенты, работники городской администрации, а вместе с ними глава горадминистрации Олег Булеков. В преддверии одного из самых значимых праздников в истории России по всей стране проходят различные памятные мероприятия и акции, посвященные Великой Победе. Так, например, было принято решение расширить заложенный в прошлом году сад Победы в парке у Скорбящинского мемориала. Совместными усилиями мэра города Олега Булекова, ветерана Великой Отечественной войны Валентина Ваганова и активистов молодежной администрации города было посажено еще 15 яблонь разных сортов. В городе Рязани в канун великого праздника, праздник, который будет праздновать вся страна, мы в городе проводим большое количество мероприятий, более 80 мероприятий будет проведено, и начались они уже с 20-х чисел апреля. И вот, наверное, одна из уже традиций и одной из акций, которую мы проводим сегодня, это сажаем сад Победы, мы сажаем яблони как символ мира, символ весны, символ добра. Валентин Ваганов дал несколько полезных советов молодежи по правильной посадке и уходу за саженцами. Также он рассказал, что ранее уже высадил здесь с женой тую в честь годовщины победы на Корской дуге. И в Скорбящинском парке бывает часто, вместе со своими друзьями и товарищами-ветеранами. Молодежь тут очень много делает. Так, как вам сказать, с помощью их вот я посадили мы с женой вот здесь дерево. Елочка. Елочка. Туя называется. Крайняя вот здесь. Ага. В честь победы наших войск на, под на Курской. Курском, Орловско-Курской дуги. Они же там группа, еще несколько, и так почти до самого этого конца этой аллеи. Олег Булеков отметил, что такие мероприятия предлагает проводить именно молодежь, ведь с каждым годом свидетелей самой кровавой и безжалостной войны 20 века становится меньше. Самые крепкие из них перешагнули 90-летний рубеж, и очень важно рассказать молодому поколению о великом подвиге советского народа.
Многие рязанцы заметили, что в самом центре города произошла перемена в дорожном движении. Речь идет об участке дороги около Тюза на площади Соборной. Там до конца месяца перекрыто движение, и поток машин временно движется по параллельной улице. Все это связано с тем, что на улице Петрова начались археологические раскопки. Подробнее Анна Герцовская. Одна из главных находок – створка бронзового креста «Энкалпион». Ее отыскал археолог со стажем с помощью металлодетектора. Именно этим исследователем при раскопках на Старой Рязани 3 года назад был найден клад. То есть он вот так уж, что ли, закрывается? Да, он складывался из двух частей. Вы нашли одну? Да, одну часть. Вторую, к сожалению, не нашли, но, может быть, найдем. Крест был найден на границе раскопок, еще бы немного, его могли бы упустить. Следующая находка – это ливневая канализация города, выполненная из камня шириной более метра. Сама по себе она принесла еще массу сюрпризов. Это граница, найденная археологами ливневки, принадлежащей к эпохе 18-19 веков. Именно здесь исследователи обнаружили большинство находок. Это курительные трубки, детские игрушки и другие реликвии. Детская игрушка в виде мопса, стеклянные браслеты, наконечник стрелы, ножи, бытовые вещи, керамика, монеты. Несколько десятков глиняных курительных трубок 18 века с рельефными рисунками. Эти реликвии позволяют приблизиться к быту прошлых веков. Эти работы, в общем-то, они являются продолжением наших исследований прошлогодних, когда мы заложили 2 раскопа больших на территории строительства будущего музейного центра. Там нам удалось найти очень интересные, скажем, получить интересную информацию, найти интересные объекты. Самые интересные, наверное, это ров и чистокол Острога Переславля 17 века. И мы окончательно как бы определились с тем, где у нас находится Острог, где у нас Посад. Четко поняли на плане, где проходила граница 2 этих частей города. Историки говорят о возможности в будущем визуально обозначить на территории музея место разделения древнего города для большей наглядности для посетителей. Эти же работы ведутся на территории Острога. Это часть ближе к Кремлю. И тут археологи надеются отыскать более древние находки. Мы будем докапываться до самых глубин, но надеемся, что здесь будут находки 13-го, может быть, даже 12 века. Раскопки на улице Петрова были организованы в связи с необходимостью подведения инженерных сетей к строящемуся историко-архитектурному музею-заповеднику «Рязанский Кремль». Ведь по закону любые работы в исторической зоне города должны сопровождаться археологическими исследованиями, чтобы сохранить и приумножить знания об истории Рязани. В нынешнюю пасхальную неделю все чаще можно услышать звон колоколов. Сегодня возобновилась старая традиция. Каждый желающий может забраться на колокольню и позвонить в колокола, приумножая звоном пасхальную радость. У рязанцев тоже есть такая возможность, правда, дней для ее воплощения осталось не так много. Издавна на Руси звон колоколов имел большое значение. Он не только созывал прихожан на службу, но и предупреждал о чрезвычайных ситуациях, помогал заблудившимся добраться до дома и, конечно, возвещал о радости. Сегодня прихожане забираются на колокольню как раз с этой целью, чтобы поделиться радостью Христова воскресения. Радость о воскресшем Спасителе, радость о том, что смерти нет, радость о том, что ад, которого мы все боимся, он уничтожен Спасителем мира. Вот. И поэтому вот, радость душевная, она изливается вот на этот музыкальный инструмент. Конечно, в одиночку на колокольню прихожан могут не пустить во избежание какофонии или порчи колоколов. Как и на любом музыкальном инструменте, чтобы добиться правильного звучания, нужна тренировка. Действие проходит под надзором звонаря, который на месте показывает, как управлять звонной системой. В колокольном ударе важна не сила удара, а бережное отношение к звуку. Правильный звон колоколов, помимо радости, улучшает состояние здоровья. На Руси много таких традиций, именно связано с колоколами. Кто-то, например, проходил под колокольню и считал, что колокольный звук он исцеляет. И он действительно исцеляет. Потому что вот на том протяжении, вот я слышал такую версию, что на том протяжении, пока идет колокольный звон, вот идут вибрации, вот звуковые колебания, то на этом такие вот все гнилостные микроорганизмы погибают.
Современной медицинской науке известно, что звонари не болеют простудными заболеваниями, а сами колокола, благодаря своей форме и материалу, генерируют энергию в ультразвуковом диапазоне. И все-таки пробраться к святыне можно не в каждом храме. В некоторых церквях проход на звонницу недоступен. Кроме того, там некому вести людей на колокольню. В других всячески приветствуют возрождение старинной традиции. Это в большинстве рязанских храмов. По словам звонарей, желающие позвонить в колокола всегда есть, но большой очереди не образуется. Рязанские мотоциклисты считают часы до главного события года – открытия нового мотосезона. В нашем городе это красочное и яркое событие состоится 7 мая. Для гостей – культурно-развлекательная программа, конкурсы и подарки. Для байкеров – шанс показать себя и мотоцикл. А посмотреть будет на что – в этом накануне убедилась наша съемочная группа. На старт и нет, не полетели, красиво и респектабельно поехали. Большинство мотоциклистов не скрывают, между закрытием и открытием нового сезона живут лишь наполовину. Для меня это как наркотик, болезнь, наверное, я не знаю, как это объяснить, потому что я не представляю себя без мотоцикла. Андрей Воинов открывает свой мотосезон с 14 лет. Для него рев мотора сродни биению сердца, и каждый мотоциклист с нетерпением ожидает часа, когда они начинают биться в унисон. Уже завтра парковка торгового центра «Лента» превратится в шоу-площадку. Пора смахнуть пыль с бензобаков и показать, на что способны настоящие мотоциклы. Это инжекторный двигатель, соответственно, 900 кубов объем, мощность 86 лошадиных сил, разгон до сотни 3,5 секунды. Какое количество виртуозных водителей соберется на открытии мероприятия, точно не знают даже сами представители мотосообщества. В программе открытая тренировка по мото-джимхане, показательное выступление стантрайдеров, живая музыка и полевая кухня. Мы собираемся хорошим коллективом, мы отдыхаем, веселимся, у нас общие темы. А кто так говорит, что ребячество – это люди, которые, блин, замкнуты в себе, которые живут только для себя и так далее. Мотоцикл Александра Пилипенко тоже способен прокатить на заднем колесе, но создан скорее для эффектного появления на публике, чего стоит один флаг конфедерации, символизирующий необычность и несогласие, в данном случае с бездумным вождением или лихачеством на дороге. Вот как я выбрал этот мотоцикл, я сел, и, да, это мое, мне все удобно. Ноги стоят правильно, руки, вынос рук правильный, все как это. Он попросится, скажет, вот это мой, вот это мое. Я очень люблю вообще водить, управлять и мотоциклом, и автомобилем. Это просто моя страсть, и я готов это делать непрерывно, круглосуточно, 7 дней в неделе. Купить мотоцикл еще не значит стать достойным представителем мотосообщества. Мотоциклетный спорт опаснее парашютного. К полному баку должны прилагаться ответственность, трезвый ум и надежная экипировка. Я также и своей маме не мог объяснить. Единственное, что папа помог, что ну да, будет все в порядке. Уже завтра стройно ревущей компании они дружно официально вольются в ряды участников дорожного движения. О том, где, когда и во сколько состоится торжественное открытие мотосезона 2016, расскажем сегодня в программе «Подробности» сразу после выпуска новостей. В Рязанском областном клиническом госпитале ветеранов войн обеспечили лекарственными препаратами. Акция по передаче этого лекарства проводится второй год подряд. Подробнее расскажет Ирина Ковалева. К сожалению, каждый год из жизни уходят люди, благодаря которым наша страна стала победителем в Великой Отечественной войне. Возраст не щадит никого, но тем не менее медицинские работники по всей стране делают максимум для того, чтобы сохранить здоровье ветеранов. В нашем регионе вопросы профилактического наблюдения и лечения ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к этой категории, находятся в ведении Рязанского областного клинического госпиталя ветеранов, который, по словам заместителя министра здравоохранения Рязанской области, прекрасно справляется с поставленной задачей. Каждый ветеран находится под вниманием медицинских работников как на местах, так и координирует эту работу медицинский персонал госпиталя участников ветеранов войн. Работа проводится достаточно хорошо. У нас есть и данные мониторинга о том, что работа проводится качественно. В канун 71-й годовщины Великой Победы вместе с заместителем министра здравоохранения поздравить ветеранов, находящихся в данный момент на лечении в госпитале, приехали представители компании «Вектор Фарм». От руководства компании «Вектор Фарм», эксклюзивного дистрибьютора препарата «Миксидол», я хочу поздравить вас с наступающим праздником, с Днем Победы,
успеете пожелать крепкого здоровья всем. И хочу сказать, что наша компания пытается, ну, вносит посильный свой вклад в дело сохранения здоровья наших граждан. Действительно, в прошлом году к юбилею Великой Победы компания «Вектор Фарм», являющаяся эксклюзивным дистрибьютором лекарственных препаратов компании «Фармасофт», передала оригинальное российское лекарственное средство в 7 госпиталей для ветеранов войны. В этом году акцию решили повторить, так что теперь Рязанский областной госпиталь для ветеранов войн обеспечен одним из самых востребованных препаратов в объеме квартальной потребности. К счастью, благодаря помощи администрации областного уровня, Министерства здравоохранения, в госпитале есть все необходимое для лечения наших заслуженных, уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов вооруженных сил. Но, конечно же, любая помощь, мы ей всегда рады. А такой масштабной, которую нам оказалась сегодня компания «Вектор Фарма», поставив препарат «Мексидол» для нужд наших пациентов, конечно же, такой помощи мы рады вдвойне. Оригинальный российский препарат, переданный госпиталю, относится к жизненно важным лекарственным средствам, не имеющим аналогов в мире. За его создание и внедрение врачам и ученым была присуждена премия правительства Российской Федерации. С момента создания до настоящего времени он применяется в лечении широчайшего спектра заболеваний практически во всех направлениях медицины. Более 20 лет он применяется в медицинской практике и за это время доказал свою высокую терапевтическую эффективность и безопасность при лечении различных неврологических, сердечно-сосудистых и психических заболеваний. Препарат соответствует высочайшим стандартам качества, позволяет сократить сроки восстановления после болезни и снизить затраты на лечение. И надеюсь, что эта акция послужит хорошим примером для других компаний. И мы вместе будем помогать ветеранам и другим гражданам нашей страны. Такую же помощь компания «Вектор Фарма» окажет госпиталям в Самаре, Волгограде, Симферополе, Саратове и Москве. День Победы, конечно, для России самый главный праздник, который отмечается в каждом уголке нашей Родины. И ничто не может испортить радостного настроения в этот прекрасный день. В этом году постарается и сама природа, обеспечив нам солнечную теплую погоду. Не стоит сетовать на дожди, которые прошли накануне очередных длинных выходных. Они очистили воздух, а теперь майское солнце займется тем, чтобы разогреть его до настоящих летних значений. На смену черемуховому похолоданию приходит практически настоящая летняя погода в лучших традициях этого времени года. Предстоящие праздничные выходные в нашем регионе будет солнечно, сухо и тепло. Уже сегодня погода настроилась на комфортный лад. Днем столбики термометров поднимались до 20 градусов. Слегка освежал воздух северный ветер. А осадки практически не досаждали, лишь время от времени напоминая о своем существовании. В субботу станет еще лучше. Днем погода будет преимущественно солнечной, а голубое небо будут украшать плоские кучевые облака. Воздух свежий и чистый, температура повысится до 20-22 градусов. В воскресенье погода еще более комфортная, почти штиль, а температура воздуха превысит 20-градусную отметку, что соответствует началу июня. Ну а 9 мая погода поддержит общее праздничное настроение. Вероятность дождя совсем небольшая. Солнце и тепло станут неотъемлемыми атрибутами всех праздничных мероприятий, которые обязательно будут в радость. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробности и прогноз погоды. Хорошего продолжения вечера. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площадью 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 99 77 22.